В этом году у нас запланирован капитальный ремонт в 407 домах, квартирах, хотя бы по одному виду работ. Уже на 88 домах капитальный ремонт выполнен на текущую дату. И плюс порядка 200 домов мы планируем в этом году, которые остались с 2022 года. Больше всего здесь выполнение – это именно крыша. Потом идет фасад и дальше уже инженерная коммуникация. Дома 50-60-х годов постройки, соответственно, уже устаревшая стропильная система. Если вы посмотрите на вот этот дом, в частности, посмотрите, тут все очень наглядно видно, да, то есть покрытие уже пришло в негодность, соответственно, водосточная система пришла в негодность. Это именно время уже. Бежала не крыша, бежали потолки уже, можно так сказать. Люди просто, как начиналась только оттепель, бегали с утра до ночи, с ночи до утра с тазиками, то есть все текло. Конечно, хотим, чтобы люди уже сделали наконец-то ремонты в квартирах, потому что, ну, квартиры ужасные. Но дом очень старый, ему получается 63 года. Он нуждался в капитальном ремонте всех элементов. Особенно сложной была эта ситуация с крышей, ну и в частности, то есть фасадом. Сейчас он, то есть, слава богу, начат. Также мы по субсидии выполнили работы по замене перекрытий. Они были выполнены в 2021, то есть в 2022 году. Общая сумма на 3 200 000 рублей. Обивка, получается, штукатурка. Потом мы непосредственно моем фасад, грубо говоря, там аппаратами. Затем набивается сетка металлическая. На сетку наносится штукатурный слой, а потом уже декоративный слой наносится штукатурки, ну, именно на этом доме, и окраска непосредственно. На качестве, то, что материалы подорожали, это нисколько не скажется, а по надежности, я думаю, будет еще дольше стоять, потому что тут как бы новые технологии, тут и сетка закладывается металлическая, то есть проектировщиками все это предусматривается, крепление, я думаю, оно еще у нас их переживет.